Солдаты, находящиеся в первых этажах зачищаемого здания, сообщают о сильном сопротивлении со стороны боевиков. Необходимо поддержать их бронетехникой и обеспечить эвакуацию раненого бойца. Артиллерия боевиков продолжает работать по нам. Вот рядом с нами бьет мина. Сейчас возникла угроза организованной засады на бронетехнику. Ведь неизвестно, есть ли еще выходы из-под земли у боевиков. Боевики же знают о наличии раненого бойца в передовом отряде и знают, что армейские подразделения попытаются вывести пострадавшего солдата. Поэтому спасательная операция должна быть тщательно спланирована, чтобы не потерять других солдат. При внешне сильных разрушениях здания обеспечивают хорошую возможность держать оборону боевикам. Их позиции скрыты и хорошо укреплены. Только прямое попадание танка может сделать позицию непригодной. За каждой вот такой дырой в стене может скрываться позиция стрелка. Или это может быть ложная или временная позиция для отвлечения внимания. По запросу огневой поддержки танкисты ударили по зданиям впереди улиц. Чтобы не мешать офицерам и солдатам, я обязан быстро уступать им амбразуры при необходимости. Танк, пройдя вперед по улице, бьет по зданиям дальше за перекрестком. Отход танка под пулеметные очереди. Огонь! Положи второй снаряд туда же. Огонь! Сейчас танки и БМП обстреливают позиции боевиков, не сближаясь с противником. БМП-2 обрабатывает позиции террористов слева. Орудия БМП не хватает, чтобы разбить обнаруженную позицию на левом фланге. Для этого должен вступить в бой танк. Артиллерия боевиков продолжает работать по нам. Вот рядом с нами бьет мина. Что стало для нас неожиданностью. Следом прилетает вторая. Это 120-миллиметровые снаряды. Также по позициям сирийской армии наносится удар самодельной пушкой, бьющей 300-килограммовыми снарядами.
Приготовились, ребята. Все, начинаем. Всем быть наготове. Офицер передает оператору БМП. До вот этого дома и правее, все враги. Враги там везде, бей по ним. Наших нет. Сейчас танк подойдет, наш один. Прикрывайте его. Боевиков там много. Танк один пойдет сейчас. Танк пошел, ребята, давайте все за работу. Танк идет. Быстрее, быстрее, огонь! Давай огонь! Налево, быстрее! Быстрее налево! Танк идет на левый фланг атаки, чтобы ударить по высотным домам с позициями террористов. А мне приходится сменить точку съемки. Уже после выполнения атаки танк при отходе был обстрелян из РПГ. Боевик целился в место, где находится механик-водитель. Скорее всего, ситуацию спасли остатки динамической защиты. Танки и экипаж не пострадали. Осколки выстрела РПГ ударили в десятков сантиметров от нас. Один осколок ударил в стену рядом с офицером, в десятки сантиметров от него. Другие два подрезали виноградник возле меня. Стрел из РПГ благополучно вышел из-под огня. Разведка боем показала, что подступы к этим зданиям простреливаются с трех направлений. Боевики стянули сюда существенные силы. Сами атаковать боевики не смогут, а продолжение зачистки и удержание этих построек грозит большими потерями в личном составе армейских подразделений. Проведя анализ ситуации, командование решило вывести солдат из этих зданий. Для этого сейчас вступят в дело танкисты. Первый танк бьет вправо и уходит влево от автодороги. Второй танк прикрывает первую машину, держа на прицеле направление справа, пока первый экипаж переносит огонь влево. Оживились снайпера и пулеметчики боевиков. Вот и по нам начинается пристрелка. Боевики ищут нас и думают, что мы прижаты к земле. Они не ожидали от нас дерзости сидеть наверху в сотни метров от них. Первый танк включает дымовую завесу, и это закрывает нас от прицельной стрельбы боевиков.
Танки своей броней создали небольшой коридор, через который пехотинцы смогли выйти из здания. Боевики сконцентрировали весь огонь на пехотинцах, чтобы воспользоваться моментом. Но ответным огнем танкистов и пулеметчиков сирийской армии удается обеспечить отход без потерь среди солдат и офицеров. Снайперы боевиков не оставляют попыток достать солдат и офицеров сирийской армии. Это еще раз показывает, что район хорошо укреплен. И каждый стрелок террористов работает из хорошо укрепленной позиции. И не уязвим для ответного стрелкового огня. Каждую такую огневую точку необходимо гасить минимум орудием БМП или танка. Сегодня очень активно работает артиллерия боевиков. Атака сирийской армии развивается с двух направлений. Мы снимаем одно из них. И нас, и другое направление атаки очень сильно обстреливают из минометов без откаток и самодельными снарядами увеличенной массы, вес которых достигает 300 кг. Во время отхода пехоты из этих зданий боевиками была сбита очередная камера «Анны Ньюс» с одного из танков. На сегодня операция закончена. Вскрыты и уничтожены многочисленные огневые точки противника с живой силой. Погиб один солдат сирийской армии. Во избежание потерь среди личного состава, завтра запланирован удар с южного направления на эти высотки. Виктор Кузнецов и Андрей Филатов продолжат освещать события на южном направлении атаки в Джобаре. Смотрите нас. Справа было замечено движение боевиков, и один из экипажей выдвинулся для нанесения удара.
танки, прикрывая друг друга, отходят. Стволы в направлении врага. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия. Боевики сконцентрировали весь огонь на пехотинцах, чтобы воспользоваться моментом. Но ответным огнем танкистов и пулеметчиков сирийской армии удается обеспечить отход без потерь среди солдат и офицеров. Снайперы боевиков не оставляют попыток достать солдат и офицеров сирийской армии. Это еще раз показывает, что район хорошо укреплен. И каждый стрелок террористов работает из хорошо укрепленной позиции. И не уязвим для ответного стрелкового огня. Каждую такую огневую точку необходимо гасить минимум орудием БМП или танка. Сегодня очень активно работает артиллерия боевиков. Атака сирийской армии развивается с двух направлений. Мы снимаем одно из них. И нас, и другое направление атаки очень сильно обстреливают из минометов, без откаток и самодельными снарядами увеличенной массы, вес которых достигает 300 кг. До вот этого дома и правее все враги. Враги там везде. Бей по ним. Наших нет. Сейчас танк подойдет. Наш один. Прикрывайте его. Боевиков там много. Танк один пойдет сейчас. Танк пошел, ребята, давайте все за работу. Танк идет. Быстрее, быстрее, огонь! Давай огонь! Налево, быстрее! Быстрее налево! Танк идет на левый фланг атаки, чтобы ударить по высотным домам с позициями террористов. А мне приходится сменить точку съемки. Thank you.
Уже после выполнения атаки танк при отходе был обстрелян из РПГ. Боевик целился в место, где находится механик-водитель. Скорее всего, ситуацию спасли остатки динамической защиты. Танки и экипаж не пострадали. Осколки выстрела РПГ ударили в десятков сантиметров от нас. Один осколок ударил в стену рядом с офицером, в десятки сантиметров от него. Другие два подрезали виноградник возле меня. Стрела из РПГ благополучно вышла из-под огня. Разведка ПОМ показала, что подступы к этим зданиям простреливаются с трех направлений. Боевики стянули сюда существенные силы. Сами атаковать боевики не смогут, а продолжение зачистки и удержания этих построек грозит большими потерями в личном составе армейских подразделений. Проведя анализ ситуации, командование решило вывести солдат из этих зданий. Для этого сейчас вступят в дело танкисты. Первый танк бьет вправо и уходит влево от автодороги. Второй танк прикрывает первую машину, держа на прицеле направление справа, пока первый экипаж переносит огонь влево. Оживили снайпера и пулеметчики боевиков. Вот и по нам начинается пристрелка. Боевики ищут нас и думают, что мы прижаты к земле. Они не ожидали от нас дерзости сидеть наверху в сотни метров от них. Первый танк включает дымовую завесу, и это закрывает нас от прицельной стрельбы боевиков. Танки своей броней создали небольшой коридор, через который пехотинцы смогли выйти из здания. Танк, пройдя вперед по улице, бьет по зданиям дальше за перекрестком. Отход танка под пулеметные очереди. Огонь!
Положи второй снаряд туда же. Огонь. Сейчас танки и БМП обстреливают позиции боевиков, не сближаясь с противником. БМП-2 обрабатывает позиции террористов слева. Орудия БМП не хватает, чтобы разбить обнаруженную позицию на левом фланге. Для этого должен вступить в бой танк. Артиллерия боевиков продолжает работать по нам. Вот рядом с нами бьет мина. Что стало для нас неожиданностью. Следом прилетает вторая. Это 120-миллиметровые снаряды. Также по позициям сирийской армии наносится удар самодельной пушкой, бьющей 300-килограммовыми снарядами. Приготовились, ребята. Все, начинаем. Всем быть наготове. Офицер передает оператору БМП. Солдаты, находящиеся в первых этажах зачищаемого здания, сообщают о сильном сопротивлении со стороны боевиков. Необходимо поддержать их бронетехникой и обеспечить эвакуацию раненого бойца. Артиллерия боевиков продолжает работать по нам. Вот рядом с нами бьет мина. Сейчас возникла угроза организованной засады на бронетехнику. Ведь неизвестно, есть ли еще выходы из-под земли у боевиков. Боевики же знают о наличии раненого бойца в передовом отряде. И знают, что армейские подразделения попытаются вывести пострадавшего солдата. Поэтому спасательная операция должна быть тщательно спланирована, чтобы не потерять других солдат. При внешне сильных разрушениях здания обеспечивают хорошую возможность держать оборону боевикам. Их позиции скрыты и хорошо укреплены. Только прямое попадание танка может сделать позицию непригодной. За каждой вот такой дырой в стене может скрываться позиция стрелка. Или это может быть ложная или временная позиция для отвлечения внимания. По запросу огневой поддержки танкисты ударили по зданиям впереди улиц. Чтобы не мешать офицерам и солдатам, я обязан быстро уступать им амбразуры при необходимости.